И последнее. В городе Тында Амурской области впервые прошло открытое первенство по карате киокусинкай. В соревнованиях участвовали в том числе и нерюнгринские подростки, представители трех школ этого вида спорта в столице Южной Якутии. И все 17 нерюнгринских участников стали призерами первенства. Подробности далее. Всего в первенстве приняло участие 97 спортсменов по 15 возрастным и весовым категориям. Из Нерюнгри в нем приняли участие 17 подростков. Все они стали победителями и призерами первенства. Мы уже ехали подготовлены. Ребята наши прошли уже республиканские соревнования. Эти 17 человек уже являются сборниками в разных возрастных категориях. Нерюнгринским подрастающим гадзюрю-каратистам не привыкать к подобным соревнованиям. Однако чаще всего они выходят на татами в соревнованиях по киокусинкай. По ВКФ практически не участвовали. Пару раз ездили, у ребят мало у кого получилось не контактировать. Все нарушали правила, в общем, судейство снимали, дисквалифицировали. Сами призеры воспринимают данные соревнования как еще одну возможность встретиться с неизвестным им соперником в прямом контакте. Вскоре нерюнгринские подрастающие каратисты примут участие уже в более масштабном турнире в городе Благовещенске и наверняка привезут оттуда заслуженные награды. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.